Друзья, у меня уже майская рядовка есть. Вот, под розой. Вот роза. Видите? Вот здесь был рос абрикос. И вот майская рядовочка. Три штуки. Вот, красавчики. Сегодня 28 апреля. И уже майская рядовочка появилась. Ну, в этом году все у нас на 3 недели раньше. Вот так. Так что можно идти искать больше где-нибудь. Это вкусный гриб. Удивительно. 28 апреля. Вот так.